Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 46-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать виджет, с помощью которого можно делать на лендинге анимированные цифры. Обратите внимание сюда, для примера я просто сделал такую фичу. 127 человек купили курс. Я обновляю страницу, и вы видите, у меня от нуля до 127 бегут цифры. Я не знаю, какое максимальное значение можно ставить, при котором будет работать виджет, но я ставил 500, 800, там разные значения, и у меня все работало. Смотрим еще раз. То есть отличный такой виджет, прекрасно работающий. И данные цифры анимированные можно использовать несколько раз на одном лендинге. Может быть, даже бесконечно раз, я не проверял, но я думаю, вы сможете использовать столько раз, сколько вам потребуется. Итак, переходим в Adobe Muse и разберем данный виджет. Итак, что я сделал? Смотрите. Это простой текст с заливкой. Да? К сожалению, нельзя прямо в этом же текстовом фрейме, например, написать какой-то текст. Он просто не будет отображаться. В принципе, ничего страшного, просто берете еще один текстовый фрейм. Здесь видно, да, что я здесь наложил текстовый фрейм с прозрачным фоном отдельно, чтобы здесь текст был. Вот, я сейчас все удаляю, и давайте посмотрим, как это будет выглядеть с нуля. После того, как вы установили виджет, он, как обычно, появится в библиотеке виджетов, и вы его просто вытягиваете обычным способом на холст. Не пугайтесь, что здесь нет никаких настроек, так и задумано. Можете разместить его там, где, чтобы он вам не мозолил глаза. И теперь просто берем инструмент текст, чертим какую-то область, и я пишу, например, там, не знаю, какое-то число. Сразу давайте зададим ему все настройки, размер больше, цвет белый, например, шрифт какой-то. И, соответственно, заливочка. И еще скругляю я ему края. У меня он слишком прижат. Давайте зайдем в настройки текста. И в верхней строке я отступ делаю немножко. И делаю вот эти настройки тоже немножко отступ. Мы подготовили данные цифры, то есть все настроили, все готово, теперь нам нужно это анимировать. Сейчас наши цифры не будут анимированы, нам нужно сделать кое-какую настроечку. Так, и чтобы у нас цифры заработали, смотрите, выделяйте их мышкой, чтобы ваш текст был выделен. Идете в панель Adobe Muse, и вам нужно найти такой инструмент в стиле графики. Кликаем по нему, вам нужно прописать заветное слово «counter». То есть у меня здесь уже прописано, у вас, скорее всего, не будет, вам нужно его прописать. То есть смотрите, чтобы вы понимали смысл данного виджета, мы не просто так выделили наш вот этот текстовый фрейм. Мы его выделили, и сейчас на него как конкретно будет происходить работа вот здесь вот в стиле графики. Понимаете, да? Обязательное условие, вы должны выделить сначала текстовый фрейм с вашими цифрами. Итак, что мы делаем? Вот здесь вот есть такой листочек, создать новый стиль, в подсказке нам написано. Вы кликаете сюда, у вас здесь создастся какое-то название, не будет контур, будет что-то другое. Вы два раза мышкой кликаете по этому слою в стиле графики, у вас всплывет вот такое окно. И обязательно нужно прописать вот такое волшебное слово «counter». Обязательно именно это слово. И обязательно правильно. Если вы напишете что-то неправильно, работать не будет. Анимации цифр не будет. То есть английскими буквами просто напишите, вот запомните вот такое слово «counter». И окей. Идем в браузер и смотрим, все ли у нас получилось. И вы видите, у нас все хорошо, цифры работают. Если вам нужен какой-то текст рядом с цифрами, с этой областью, как я вам уже говорил, не пытайтесь писать текст. Внутри этого фрейма текст не будет отображаться. Вы идете в панель «Текст» и пишете какой-то текст здесь. И потом просто вы его сюда вот переносите, накладываете и все. Что сделать, если нам нужно больше таких текстовых фреймов с другими значениями и тоже с анимацией?
Здесь не нужно заморачиваться со стилями графиками. Вы просто смотрите, зажимаете Alt и копируете ваш слой. Ваш текстовый слой. Меняете тут, я не знаю, заливку. Меняете под свои нужды, как вам нужно. Самое главное, вы меняете тоже значение там цифр. И давайте посмотрим в браузере. Вы видите, тот и другой слой с цифрами работает. То есть проблем никаких тут конфликтов не возникает. В принципе, на этом все. Если вам виджет понравился, под этим видео будет ссылка на мой сайт. Перейдете на мой сайт и скачаете данный виджет. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!